Всем привет! Мы начинаем через... Давайте еще две минутки подождем остальных и начнем. Ну еще одну минутку подождем и стартуем. Так, давайте начинать. У нас сегодня с вами... Так, меня хорошо слышно, да? Ну да, хорошо. Да, супер. У нас сегодня четвертый семинар по основам глубинного обучения, и мы с вами будем как раз изучать различные методы оптимизации. Это в первой части, а во-вторых, а во второй части мы э, познакомимся еще с одной библиотекой, на которой можно писать нейронные сети. Раньше мы рассматривали с вами PyTorch, есть еще э, PyTorch Lightning. Это ну, считается это как э, упрощенная версия э, PyTorch. -а. Э, упрощенная, имеется в виду, что она более высокоуровневая, то есть э, многие технические детали, типа вот цикл обучения, они скрыты от пользователя, и интерфейс более приближен к, ну, например, к эскалерну, да, где внутри вы вообще ничего не меняете, а только вот запускаете функцию fit, функцию predict. predict. Вот что-то типа такого. Возможно, вам понравится больше, чем PyTorch, и дальше вы будете пользоваться только PyTorch Lightning. А может и нет, как пойдет. Все зависит. Давайте начинать. Значит. Так, давайте проверим среду. Так, все хорошо. Так, давайте, наверное, еще с вами откроем какую-нибудь лекцию на всякий случай, если вдруг... Понадобится формулки, вспомнить различных методов оптимизации. Так, люди уже начинают отваливаться. Ну, ясно. Так, а, лекция номер три. Что-то не то. Оптимизация like Так, нормализацию мы с вами в прошлый раз. Интеграция, аугментация. Так. Так, стойте, подождите, а что вам на лекции рассказывали? Вот это? Или там вам все-таки про оптимизацию типа Адам, RMS Кто-нибудь, кто слушал? Ну, вот была вот эта презентация, да. Вот эта презентация была. Угу. У -у -у. А, сейчас сегодня или на прошлой неделе? Сегодня. А, а на прошлой неделе? А, нет, ну подождите, ну все правильно, сегодня, у нас же после лекции. Оптимизация в глубинном обучении. А... Но самой оптимизации здесь нет. Очень интересно. Сейчас. Ну хорошо, а давайте пойдем по оптимизации. Раз в теме была, наверное, на лекцию вам, на, на семинар как раз вам ее и оставили. Хотя... Вот. Так, ссылку на коллап я вам прислал в, в Telegram-чат. Так, здесь у нас пошло. Так. так, вот эта вспомогательная функция, она нам нужна для того, чтобы зафиксировать седы случайных генераторов, чтобы от запуска к запуску у нас результат оставался таким же и не менялся. Если этого не сделать, то ничего страшного не произойдет, но результаты будут чуть-чуть разными в силу стахастичности. Для того, чтобы рассмотреть разные методы оптимизации, которые есть вообще и которые используются для нейронных сетей, мы с вами для примера возьмем какую-нибудь функцию одномерную, и наша задача будет заключаться в том, чтобы найти ее минимум. Соответственно, функция у нас простая. x куб минус 2x квадрат плюс 2. И мы ее будем искать ее минимум. Задаем эту функцию вот таким образом, например. Задаем область определения, то есть x в диапазонах от минус 3 до 3. И дальше пробуем ее нарисовать. Вот такая функция. Минимум мы визуально знаем, где он, то есть знаем, к чему должны прийти все наши решения. И дальше будем смотреть, как разные оптимизаторы будут справляться с этой задачей. Значит, возьмем, сделаем функцию оптимизации которая будет принимать на вход, то есть будем использовать какой-то градиентный спуск, и, и которая на вход принимает learning rate, принимает tolerance, то есть если ошибка меньше, чем вот это значение, то мы останавливаемся. Максимальное число итераций, то есть, если мы сделали вот столько-то итераций, то мы тоже останавливаем процесс э, оптимизации, и э, 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 вот это определяет, э, как будет меняться learning rate с, э, с итерациями. Пока что мы его возьмем как none, и, и пока забудем про него на первое время. Соответственно, мы начинаем наш процесс оптимизации с нулевой итерации. У нас есть xold, x new, это наши точки на функции, которые мы проверяем. Мы их инициализируем ноликом и двойкой. Нолик ну, где-то здесь, двойка, где-то здесь у нас будут мы будем сохранять историю значений x, то есть как мы двигались в процессе обучения, и соответствующих значений нашей функции, то есть y. Соответственно, вам нужно сейчас написать градиентный спуск. Простой градиентный спуск, который вы, надеюсь, еще помните. И и потом мы посмотрим, как этот градиентный спуск справился с своей задачей. Напоминаю про градиентный спуск. Формулку. Даю вам минутки 2-3. Градиентный спуск выглядит следующим образом. Значит, сейчас. Значит, у вас есть какой-то. Сейчас. Минуточку. Ну, давай. Так, не рисуется. Ладно, тогда пока без рисунков. Градиентный спуск. Давайте так. Градиентный спуск. Лучше Википедию хотя бы. Ну вот, вот эта формула, то есть у вас есть какое-то, чтобы получить новое значение минимума, вы берете старое значение минимума и идете вдоль антиградиента вашей функции, ну вашей функции, которую вы хотите оптимизировать. Лямда это как раз ваш learning rate, то есть шаг обучения. Вот, пользуясь этой формулкой, попробуйте реализовать решить вот эту задачку и посмотрим, что получится. Давайте, две минутки. Те, кто справился, напишите, напишите в чат, в зуме, вот какое выражение у вас получилось, то есть какой был антигредиент и какое вообще вот уравнение итерационное у вас получилось в результате. А мы потом проверим. Так. А... про вам подсказка что если что на самом деле вот производные функции есть уже вверху то есть ее уже <laughs> за вас посчитали что ни у кого хоть кто-нибудь Так, давайте смотреть, что получилось. А, так, а получилось, получиться у нас должно было что-то типа такого. Значит, давайте разбирать. У нас цикл while пока не выполнится одной из двух э, условий. Первое, ну, точнее, пока будет выполняться, пока будут выполняться все эти условия одновременно. То есть пока у нас разница между иксами, э, новым и старым больше эпсилон и пока э, номер итерации меньше чем максимальное число итераций, мы продолжаем обучение. Как только перестает выполняться одно из этих условий, мы сразу останавливаемся и выдаем ответ. Соответственно, да, вот этот вот э, Anylink Learning Rate, это пока что мы его не используем, но для будущего нам пригодится. Это мы получаем Learning Rate для текущей итерации. В нашем случае это константа. Мы берем в качестве старого значения, текущего значения x, то, что мы получили на предыдущей итерации, и потом обновляем э, x, то есть к текущему x мы добавляем э, антиградиент, то есть минус э, гри... производную функции с э, learning rate. Сохраняем в список э, но... новое значение x и новое значение функции, и, э, и прибавляем номер итерации. И дальше повторяем цикл. Все. Давайте попробуем запустить. Learning Create 1000. И получаем вот такой ответ. То есть мы начали с э, двойки, ой, с нуля, точнее, x old. Да, вот начали мы отсюда, э, скакнули вот сюда. И отсюда уже плавненько спустились в оптимум. Давайте увеличим learning rate, возьмем одну э, сотую. Кажется, что все то же самое, пришли в один и тот же, в одну и ту же точку, ну, визуально так кажется, по крайней мере, э, и нам потребовалось э, 129 шагов против 70, э, 729 в предыдущем случае. А по э, найденному минимуму мы видим, что даже чуть-чуть лучше. Да? Мы нашли 1.33, а был 1.35. То есть даже чуть-чуть улучшили. -чуть а, дальше. Ну, возьмем, давайте, теперь вообще большой learning rate. И мы видим, что... А... Ну, в принципе, тоже куда-то пришли, и даже потратив на это всего 8 шагов, и оптимум примерно такой же, 1.33. Ну и еще раз увеличим learning rate, возьмем 0.6, и... и все, и перестает работать. Потому что нас выбросило куда-то. Можем попробовать взять 0.5... Ну вот, что-то никуда нас это не привело. Почему-то, кстати. Вот опять слишком что-то большое. Ну, то есть, ошибка выдает из-за того, что нас выносят вообще за границы нашего диапазона. И функция не определена. Ну вот, да. В нейронных сетях, если вы неправильно указали. Гиперпараметр обучения, например, взяли слишком большой learning rate, то, скорее всего, сеточка обучится без всяких ошибок, но когда она будет выдавать прогнозы, она вам будет вместо ну, каких-то чисел выдавать наны, либо бесконечности и все остальные функции которые используют прогнозы такие прогнозы сети сетки они будут выдавать ошибку из-за того что прогнозы будут содержать те самые наны либо бесконечности и там, считать что-то на них будет невозможно вот Ну и соответственно решением, такой проблемы с, с большими learning rate может являться вот этот вот annealing, то есть, или там отжиг learning rate. То есть мы говорим, что с каждым шагом мы будем уменьшать learning rate как-то. В данном случае мы его будем уменьшать очень просто. То есть мы на каждом шаге будем learning rate умножать просто на 0.3. То есть брать 30% от предыдущего learning rate. И в этом случае, если мы воспользуемся таким, такой стратегией и возьмем вот старый вот этот большой learning rate 0.6 и попробуем запустить нашу функцию, то то теперь она выдает хороший результат. На поиск оптимума нам потребовалось всего 7 шагов, и при этом оптимум получился лучшим из всех, что мы видели выше. То есть 1,29 вместо 1,33, который был раньше. Вот такой самый обычный градиентный спуск. И дальше мы уже с вами поговорим рассмотрим другие методы оптимизации уже в контексте больше к э, машинному обучению где у нас э, не просто какая-то модельная функция типа кубика а уже реальная функция потерь которая считается на какой-то выборке то есть на каком-то наборе x и yков э, да тут вам приведены э, э, тут вам приведены э, уравнения для каждого метода оптимизации. Значит, я у вас хочу спросить, скажите, пожалуйста, а что, а какие из этих методов вы знаете? Может, из этого курса помните, либо с каких-нибудь предыдущих. Вот стахастический градиентный спуск, знаете? Да, да, мы проходили. Да, было. Так, а градиентный спуск с моментом? Только на лекции прошлой нам говорили, но сами не разбирали. Ага, на лекции прошлой говорили. И, наверное, там же вам говорили про Адаград и Адам. Да, да. Угу. Ага, значит, и RMS Prop тоже вам говорили. Супер, отлично. Тогда... Э кратко напомню. Значит, градиентный спуск обычный – это то, что мы вот как раз выше рассмотрели. Мы берем бач x и y, то есть не все, да, а только часть. Ну, например, там 8 или 32 или 64, ну, как обычно. Считаем, считаем, берем нашу функцию потерь, Считаем э, функцию потерь в каждой точке, берем ее градиент по весам нашей нейронной сети, и усредняем все эти градиенты по всем э, x и y в баче. И потом обычным градиентным спуском обновляем веса. То есть w новый равен w старый минус какой-то learning rate, умноженный на градиент, который мы посчитали выше. Вот это стахастический градиентный спуск, самый, самый обычный. Ну вот и как он работает мы посмотрели выше и вот здесь для напоминания еще иллюстрация Это ровно то что мы с вами наблюдали. Какой минус у тут то есть плюс такого алгоритма градиентного спуска обычно в том, что его очень легко реализовать просто посчитайте градиенты и, и, и все фактически. Минус такого подхода в том, что а, мы, если упадем уже в локальный оптимум, то мы из него уже не выйдем. Все, мы здесь застряли, а до глобального оптимума мы так и не дошли. А, для того, чтобы решать эту проблему, придумали градиентный спуск с моментом. А, в чем его идея? Идея в том, чтобы вот этой красной точке добавить немного э, инертности или там чуть больше массы. А математически это проявляется следующим образом. Мы, э, мы берем, считаем вот э, градиент, как считали раньше, э, и берем к нему, добавляем градиент э, с предыдущего шага с предыдущей итерации но с каким-то уже коэффициентом Альфа который э, лежит в диапазоне от нуля до единицы а, Ну а вот сам вот этот градиент мы умножаем еще на вот тут ошибочка умножаем на единицу минус альфа а, вот то есть если Альфа равно нулю то мы получаем обычный градиентный спуск вот. Если альфа больше, больше нуля, то мы получаем уже градиентный спуск с моментом. И вот альфа, он отвечает как раз за величину вот этого момента. Ну а дальше полученный вот этот вот градиент, экспоненциально сглаженный. Да? Если помните, если вам когда-то рассказывали про временные ряды, то именно вот по такой формуле выглядит экспоненциальное сглаживание. Когда мы такое делаем. И вот потом полученный градиент мы уже используем в обычной формуле обновления весов. Вот. И вот что получается, что если мы возьмем альфа очень маленький, да, то есть мы фактически будем, у нас поведение красной точки будет примерно такое же, как и в обычном градиентном спуске. Ну, единственное, что она чуть-чуть дальше может проехать оптимум просто по по инерции. Если мы выберем правильное значение момента, то мы как бы вот будем двигаться, двигаться двигаться, упадем в минимум локальный, но по инерции из него выберемся и дальше скатимся уже в глобальный оптимум. А если значение вот этой альфа будет слишком большое, то мы просто как шарик, который мы кинули с очень большой скоростью, мы скатимся, выкатимся из локального оптимума, покатимся дальше, попадем в глобальный минимум и по инерции поднимемся дальше. Ну, сколько, сколько сможем, пока не остановимся. То есть здесь тоже вот этот момент нужно как-то э, оптимизировать. Мы дальше посмотрим, как это работает. Вот. И есть более сложные алгоритмы адаптивные адаптивные варианты градиентного спуска. Они их идея заключается в следующем: они берут идею вот градиентного спуска с моментом и плюс еще они пытаются ответить на вопрос, а как вот оптимально выбирать вот этот learning rate. Да? То есть, ну, наверное, как-то его можно тоже более умным способом подбирать. А, так вот, Адаград они говорят следующее, что... Они говорят следующее, что, наверное, нам... То есть мы все так же обычным способом считаем градиентный спуск, э, градиент. Но теперь, когда мы обновляем веса, мы помимо мы кредит умножаем не только на learning rate, но еще на одну поправочку вот такую на единицу на корень из s. Вот это s, это как бы s вот мы определяем по как как сглаженное значение Квадратов градиентов, то есть мы берем вектор градиента, умножаем на, на, на самого себя транспонированно, то есть, фактически, мы находим сумму модулей, сумму квадратов компонент градиента. Вот, и, и идея в следующем: что если да. Точка. И, и идея в следующем, что если градиент у нас большой, то мы можем двигаться шагами чуть-чуть. Ну, нам не нужно двигаться с большими шагами. То есть шаг вот этот learning rate он уменьшается. То есть мы Движемся по чуть-чуть. И наоборот, когда у нас градиент становится уже слишком маленький, мы такие говорим, ну, наверное, learning rate можно чуть-чуть увеличить, чтобы мы побыстрее сошлись к оптимуму. То есть вот такая адаптивная регулировка learning rate на основании, на основании квадратов градиента. Вот. И... И теперь это нас немного избавляет это позволяет нам не волноваться о правильном подборе вот этой, Learning Rate, поскольку есть вот такая поправочка в виде S. Так, RMS-проб. Берет ту же самую идею, только теперь у нас вот эти s-очки, они тоже экспоненциально сглаживаются. То есть мы берем старый S, старую s-очку с, с каким-то коэффициентом ρ, который от 0 до единицы, а новую поправку мы умножаем на единицу минус ρ. А в остальном все то же самое, что и в предыдущем алгоритме. Вот. И... То есть это нам позволяет забывать слишком далекие итерации, да, то есть там через 100 итераций условно мы забудем все, что было в начале. А в Адаграде мы помним всю историю. Ну и Адам, наверное, один из самых популярных, то есть Адам и RMS Проп это два самых популярных оптимизатора. Он комбинирует идею и кредитного оптим... спуска с моментом, и вот RMS-пропа. То есть у нас все еще есть вот эта поправочка S, которая там называется теперь W, а с другой стороны мы градиенты тоже экспоненциально сглаживаем с предыдущими градиентами, а потом это все комбинируем вместе, когда обновляем веса. Вот, то есть Адам он как бы аккумулировал себе идеи всех предыдущих алгоритмов, вот так. Именно поэтому а, его чаще всего используют, потому что он как бы, выбрал себе все самое лучшее. А... Ну да, ну, соответственно, это тоже такая блок-схема, которая как раз показывает отношения между разными алгоритмами оптимизации. Да, помимо Адама есть еще Ада-Дельта, Ада э, тоже хороший алгоритм, но не такой популярный, как Адам. Так, ну теперь попробуем с вами позапускать их. Значит, да, конечно, нам не нужно все вот эти формулы писать самим. Мы видели с предыдущих семинаров, что все эти оптимизаторы реализованы уже в PyTorch. Соответственно, мы будем пользоваться только готовыми решениями. Да, если мы возьмем Torch Optim, и посмотрим, какие там есть, в общем, это оптимизации, то мы увидим, что их на самом деле, вот, вот сколько их много. Вот эти два, это, конечно, не оптимизаторы, это так вспомогательные функции, но вот все они здесь есть. Вот он, где? Адам, пожалуйста, вот Адаград, вот RMS Prop, вот стахастический градиентный спуск, там, и, и там же есть параметр момента. Так, ну погнали. Так, значит, для того, чтобы что-то оптимизировать. С помощью вот этих uh, методов оптимизации в PyTorch, мы создаем какую-нибудь uh, функцию, uh, которую мы хотим оптимизировать. Ну или модель, которую мы хотим ну, параметры которой мы хотим оптимизировать. Вот так. Ну, например, в данном случае это будет просто полносвязанный слой. И uh, если мы хотим оптимизировать параметры этого слоя, то мы uh, uh, в выбранный нами оптимизатор, ну, например, стахастический ингредиентный гради... спуск, мы просто добавляем э, список параметров для оптимизации, model parameters, и параметры э, оптимизации. В данном случае только learning rate. Если мы так сделаем, то вот, пожалуйста, у нас э, в данном слое с одним нейроном у нас один коэффициент и свободный и свободный член, который нам нужно прооптимизировать. Вот и все, то есть только два числа. Можно еще по-другому чуть-чуть задавать, то есть мы можем, мы можем задавать в целый словарь того, что мы хотим оптимизировать, и передавать э, какие-то части, ну, отдельные части модели, э, отдельные модели, ну, вообще весь словарь в целом можем передавать в оптимизатор и, э, и оптимизировать разные части с разным learning rate, например если нам это потребуется, ну либо с другими разными параметрами, если мы захотим. То есть мы разные слои можем оптимизировать, разные слои нейронной сети можем оптимизировать с разными гиперпараметрами, что может быть полезно в некоторых случаях. Хотя я такого очень редко встречал, поэтому это нельзя сказать, нельзя сказать, что это прям что-то такое сильно популярное. Так -с. Ну да. Так, ну и да. Э, и, конечно же, есть э, всякие функции, которые позволяют э, регулировать значение learning rate в зависимости от итерации. Э, все вот эти алгоритмы, они называются шедулеры. Э, и шедулеров в модуле для оптимизации в PayTorch тоже много на самом деле. Uh, вот их куча куча всяких uh, <laughs> ну например возьмем какой-нибудь давайте рассмотрим возьмем вот лямда uh, uh, Create. значит uh, давайте его запустим чтобы у нас да давайте посмотрим что он делает uh... Ага, то есть он э, вот этот вот эта функция лямбда Learning Create, она что говорит? Она говорит, что э, она принимает на вход оптимизатор и принимает на вход функцию, с, с помощью которой мы будем э, менять э, learning crate. То есть оптимизер это оптимизатор, э, LR лямбда это, это мультипликатор. Э, на котором мы умножаем uh, learn and create uh, после каждой эпохи. А functions это uh... а ну да вот собственно вот эта функция которая да мы будем uh, с помощью которой мы меняем learn and create да. это может быть либо мультипликатор либо либо какая-то другая функция. В данном случае у нас вот эта функция, она в следующем. То есть мы берем 0.65 и возводим э, вот это в степень эпохи. Ну, допустим, вот такая функция. Вот, соответственно, да, каждый раз. А, сейчас, минуточку. Не так. Не так объяснил. Запутал вас, наверное. А... Вот, да. Это function вич. Э, Computer multiplicative factor. То есть это на самом деле функция, которая считает какую-то константу, ну, какое-то значение, на которое мы будем умножать ä, начальный learning rate. То есть мы берем 0.01 и умножаем вот на вот это число. Вот так. Вот так правильно. Ну, давайте попробуем: возьмем обычный слой, возьмем обычный градиентный спуск, передадим туда параметры слоя, зададим learning rate. Зададим функцию для изменения Learning Create и отправим это все в шедулер. Вот так, вот так этим нужно пользоваться. Так. Дальше тут идут две функции, которые позволят нам отрисовывать разные резу результаты оптимизации для разных алгоритмов. Мы их пропустим, потому что они технические. И дальше давайте попробуем поиграть. Вот, пожалуйста, мы взяли get_simple_model_optimizer. get simple model Вот, get simple model То есть берем какой-то линейный слой, даем его в SGD с какими-то с какими-то параметрами обучения. Вот так задаем. Get Simple оптимизер. Да, функция возвращает нам саму модель и возвращает нам оптимизатор. И дальше мы э, рисуем, как меняется learning rate, в зависимости от э, эпохи, ну, в зависимости от итерации. И, э, ну, и смотрим, что получается. Мы видим, что вот learning он как раз начинается с сотни, как мы задали его здесь. И благодаря шедулеру он вот так вот экспоненциально, ну, или, ну да, наверное, э, да, экспоненциально с эпохой он уменьшается до какого-то маленького значения. Вот. Э, есть еще Step Learning Create, который э, э, просто уменьшает Learning Create в какой-то гамма раз. То есть каждый раз на 0.7 каждые 10, каждые 10 шагов уменьшает на 0,7. Ну, точнее, умножает на 0,7, соответственно, да, соответственно, как-то там уменьшает. И вот получается вот такая картинка зависимости learning rate. То есть ступенька сначала не меняется, потом меняется. Ну, вот так вот. Да, а вот есть еще такой косинусный шедулер, который, да, который периодически то снижает, то повышает learning rate. Ну, наверное, в каких-то случаях это тоже может быть интересно. Вот. Это по поводу всяких оптимизаторов. Есть вопросы? Нету. Окей, хорошо. Тогда давайте перейдем э, ко второй части, э, которая про... Э, которая про Lightning. Вот. Значит, как я уже говорил в самом начале, Lightning это упрощенная версия Paytorch, Она более высокоуровневая. Что это значит? Это значит, что э, по сравнению с Paytorch в нем упрощены некоторые моменты. Первое это э, написание тренировочного цикла, то есть в каком-то самом простом случае его даже этого даже не нужно делать. Это Lightning сделает это за вас. Э, написание датасетов вам не нужно тоже там мучиться там вот с, с датасетами, как мы делали с министом. Сначала загружали, делали даталоудеры. Э, сначала датасеты, потом даталоудеры делили на бочи вот это все вот это тоже упрощено потом нам не нужно думать про устройство то есть когда мы в прошлом семинаре обучали нейронную сеть мы должны были параметры этой нейронной сети перевести сначала на гпу наши данные перенести на гпу посчитать функцию потерь. Потом эту функцию потерь перенести обратно на ЦПУ, чтобы ее сохранить с возможностью ее отрисовки. В Lightning этого делать не нужно. Так, ну, если мы хотим сохранить потом модельки куда-то на диск, чтобы потом ее переиспользовать когда-то, это тоже упрощено. Uh, ну и есть какие-то другие моменты, которые мы с вами uh, еще не рассматривали и uh, там, в ближайшее время нам тоже не потребуются, но ну, которые тоже делаются проще. Uh, ну давайте посмотрим, как работать с лайтнингом. На примере какого-нибудь датасета Fashion NIST. Это тоже, это, uh, тоже а-ля Мнист, но только там картинки не цифр, а картинки каких-то элементов одежды. Тоже черно-белые, тоже монохромные, тоже небольшие, типа там 28 на 28 пикселей, не сколько. Мы сравним PyTorch и PyTorch Lightning на вот на этом примере. Импортируем, импортируем. Чего у нас нету? У нас нету Lightning. Так, Lightning у нас нету. Лайтнинг ставится в самом начале тетрадки. Давайте это сделаем. Так, все установилось. Теперь спускаемся обратно. и еще раз пробуем импортировать. Так, успех, отлично. Э, данные. Э, здесь мы просто загружаем наши данные и все. Так, дата лоудер э, создаем. Ну, для торча нам нужно. Так, загрузили. И это просто нам подсказка, как организованы классы. То есть у нас 10 классов, и каждый класс соответствует какому-то типу, какому-то элементу одежды. Не перечислены здесь. Так, сделаем несколько отрисовок. Вот, пожалуйста, 28 на 28, вот какой-то ботиночек, вот какая-то что-то. Не знаю, кофта, куртка, что-нибудь такое. Свитер какой-нибудь. Так, и сделаем какую-нибудь модельку. Возьмем какую-то простую нейронную сеть. Вот с такими сло э слоями вам нужно эти слои как раз реализовать. Э Ну, давайте, э, да, я вас попрошу. Вам нужно как раз прописать эти слои и сделать метод вот этот forward с нижним подчеркиванием, который на вход принимает картиночку и возвращает нам прогноз. Вот, а потом разберем, что дальше происходит. Так. Давайте еще минутку, я потом покажу ответ. Так, ну давайте посмотрим. Ответ. Вот такой. Строчек кода много, но они на самом деле не сложные. Здесь просто в конструкторе мы просто перечисляем слои из списка повыше. Вот эти блоки да, из сверточного слоя релу и макс-пулинга. Здесь можно сделать просто как набор слоев, можно объединить это все в блок, как это сделано вот здесь. Любое из этих двух решений годится. Также в конструкторе мы здесь храним функцию потерь и будем хранить наши ответы и прогнозы. В с нижним подчеркиванием мы э, объединяем все слои в одну сетку, и, э, чтобы сделать прогноз. А в который обычным, мы вызываем сетку Сделать прогноз и также дополнительно прописываем подсчет э, accuracy, то есть точности прогноза. И тоже сохраняем это все э, в отдельную переменную. Это немного не так, как мы делали на прошлом семинаре. Это скорее уже. Ну, ну так тоже можно делать. Если вам там, accuracy вы хотите считать во время прогноза, либо во время обучения. Так, ну и функция getAccuracy, которая просто нам возвращает э, значение метрики качества. Так, все. Гиперпараметры, э, learn, число эпох и learning rate. Обучение. Э, обучение для э, pai ну, мы видели э, в прошлый раз, что ну, как бы, это циклы, там достаточно много строчек кода. Не то чтобы много, э, там само обучение происходит вот, э, собственно, в этих строчках. То есть мы спускаемся в цикл э, <laughs> а, это просто текудием мы опускаемся в цикл э, э, бачей для каждой эпохи и дальше мы берем наши x берем наши y пропускаем x через модель э, Да, в данном случае модель нам возвращает сразу функцию потерь, да, которую мы оптимизируем. Прогнозы хранятся где-то потом, ну, там, в переменные, которые мы получаем. Ну, нам сами прогнозы-то не сильно здесь нужны, нам важны скорее loss функции и accuracy, поэтому, поэтому сделано так. Потом мы получаем accuracy э, и ее отрисовываем. То есть вот эти уже все строчки, они не имеют отношения к обучению. Это просто строчки для отрисовки. То есть по иторче весь цикл обучения, ну вот он, на самом деле. И... А, и а, ну да, и еще есть дополнительная функция для валидации, это когда мы хотим уже взять обученную модельку и протестировать ее на, на валидационные выборки, чтобы посмотреть ну, качество. качества. И дальше есть еще метод fit, который запускает вот эту функцию train-эпох на всех эпохах, которые мы задаем. Uh, здесь на самом деле тоже uh, весь смысл только вот вот в этой uh, вот в этих строчках вызове функции train эпох Все остальное это просто uh, такие вспомогательные строчки для отрисовки. Их можно выпросить и ничего не поменяется. Uh, ну и все, сдаем нашу модельку, вызываем функцию fit и смотрим, что она будет возвращать. Так, вот как меняется функция потерь, как меняется accuracy. Так, ну вот и все. Да, все, все за... все закончилось, что ли? А, да, одна эпоха, да. А... Дальше. Дальше. Как то же самое можно сделать в Lightning? Для этого мы создаем вот, новый класс. Модель у нас, у нас уже есть, simple это есть. Нам просто нужен дополнительный класс для обучения, в котором мы должны прописать ну, конструктор, где у нас будет храниться модель, метод Forward, который будет вызывать прогноз нашей функции можем задать еще вот config optimizers то есть задать оптимизатор который нам нравится с его гиперпараметрами все в принципе все остальное мы можем пропустить вот это уже не нужно но если мы хотим в процессе обучения что-то там сохранять, ну, например, логировать значение функции потерь, либо возвращать ее, ну, то есть print выводить куда-то или рисовать какой-то график, мы можем это добавить вот в тренинг-степ. То есть эта функция определяет, что именно происходит, когда мы делаем один шаг обучения. По умолчанию там просто, ну, там фактически вот это вот есть само по себе, а если какие-то изменения мы хотим внести, то нужно уже прописывать все целиком. Вот. А... Ну и, соответственно, да, все обучение выглядит следующим образом. Мы просто создаем нашу сетку и просто вызываем Simple mod, ну вот этот класс для обучения который принимает на вход модель и параметры нашего оптимизатора и а дальше вызываем тренер который у тренера вызываем метод fit который принимает на вход наш вот этот модуль для обучения наши данные обучающие наши данные валидационные и все остальное делает за нас Вот, то есть смотрите, чисто технически, конечно, Lightning позволяет нам э, упростить э, обучение в каких-то простых случаях, то есть не вызывая цикла э, вот, э, по эпохам, не вызывая цикла по бочам, да, все это для нас делает вот этот тренер. Но э, если мы хотим сделать что-то, что. -то, что выходит за рамки вот стандартного сценария, то есть, ну, например, э, там, на каждой эпохе либо на каждой итерации выводить значение функции потерь и accuracy, то тут нам нужно залезать в всякие дополнительные функции, типа training step, и все это прописывать. И если сравнивать PyTorch и PyTorch Lightning по количеству строк, то на самом деле очень спорно, что, что из них проще, я, например, не пользуюсь Lightning, потому что вот мне он кажется э, более путанным, чем PyTorch. То есть в PyTorch я, по крайней мере, понимаю, зачем я пишу ту или иную строчку. Да? Я понимаю ее логику. А в э, Lightning э, вот эта вот история с training step или validation step, она, мне кажется, запутанным, запутанной и требует какое-то понимание скрытой логики внутри лайтнинга, что не всегда является очевидным. Поэтому, поэтому вот выбор PyTorch или PyTorch Lightning должен делать каждый. Я вам рекомендую попробовать и то, и другое, и понять, что вам более удобно. Вот. Так, ну и, соответственно, дальше... Чего там у нас? Ага, есть еще время. Дальше мы можем запустить э, нашу оптимизацию с разными оптимизаторами. То есть вот сейчас запускается э, SGD, то есть градиентный спуск обычный. Дальше градиентный спуск с моментом, вот здесь в качестве гиперпараметров в оптимизатор мы передаем еще значение момента. Обратите внимание, как мы это делаем. То есть мы берем наш SimpleNet, мы вызываем функцию fit. Это вот PyTorch и передаем разные, передаем, определяем оптимизатор, и внутри оптимизатора задаем разные его гиперпараметры. Здесь просто learning rate, а здесь еще и моментом добавляется. В RMS Prop мы просто задаем learning create. Я сейчас тоже это запущу. И в Adam то же самое. Adam и scheduler. То есть мы задаем scheduler сначала. И потом да, задаем оптимизатор, задаем шедулер. Ну и потом все это нарисуем. Так, что у нас там по 10 эпох, по-моему, да? Так, ну может у вас какие-то вопросы есть, то задавайте. У нас пока есть время, пока все это будет обучаться. Так, обычный СГД ГД обучился. Сейчас ждем с ГД с моментом. Ну, можно примерно оценить даже, как оно обучается. То есть уже после первой итерации, после первой эпохи лосс у нас был 2,1, а теперь после первой эпохи стал 0,8. То есть мы уже визуально видим, что обучение, по крайней мере, началось более рыдко, что ли. Ну, в общем, побыстрее мы начали сходиться, это правда не гарантирует, что мы придем в более оптимальную точку, но шансы на это велики. Ну, по крайней мере, вот после там, четвертой эпохи мы пришли в 0.25, было 0,48. Хотя. Ну да, 25, вот 45, опять 19, ну прыгает чуть-чуть, вот 39, то есть ниже, чем для обычного градиентного спуска, но не, не в разы, конечно. еще раз жестко сознать но э, согласен э, семинар может быть не э, самый понятный и может быть даже не самый полезный и интересный из тех которые у нас были либо будут но про по крайней мере сравнить оптимизаторы э, один раз стоит э, ну, хотя бы просто для того, чтобы понять, каким пользоваться на постоянной основе. Ну, чаще всего это будет Адам, конечно. И убедиться, что действительно Адам лучше. Так, я, может, сейчас минуточку, я, может, покажу, что в итоге должно получиться, и мы тогда с вами разойдемся. Так, сейчас... Давайте сразу посмотрим, что у нас должно получиться. Да. Вот эта тетрадка с решением, она есть в репозитории и вот когда все обучится и когда мы нарисуем э, кривые обучения то здесь по оси x это число итераций не эпох а именно итераций а по оси y это значение э, функции потерь да сейчас что мы рисуем э Ултрейн лоссес, да, это функция потерь. Вот, пожалуйста, градиентный спуск, самый обычный, он сходится дольше всего. Потом идет градиентный спуск с моментом, а вот дальше, вот, RMS проб, адам, либо адам с шедулером, они фактически вот на одном уровне, то есть мы визуально их вообще не можем различить. И, и это нам показывает, что, в принципе не сильно важно, какой оптимизатор вы выберете, если это RMS Prop, Adam, либо там Adam плюс что-то. Именно поэтому чаще всего выбирают либо Adam, либо RMS Prop и пользуются ими. Вот, SGD и SGD с моментом, ну, вы тоже получите что-то, но просто это сходиться будет дольше чуть-чуть. Вот. Если мы построим какую-то метрику качества, ну, например, точность прогноза, то мы увидим примерно схожую картинку. То есть СГД сходится дольше всех, потом идет СГД с моментом, а вот эти три других варианта, они тоже практически дают одинаковый ответ. То есть с точностью до погрешности в измерениях мы видим, что они совпадают. И в принципе не, не важно, что из этого вы выберете атом или RMS-проб. Поэтому вот пользуйтесь, пожалуйста. Дальше, по-моему, во всех остальных семинарах мы будем брать в основном Адама. И вот вам ответ, почему именно Адама. Если вы запомните из этого семинара только вот это, это уже будет здорово. Все остальное вам может и не пригодится, а вот это знание будет полезно. Так, у меня тогда на сегодня все. Вопросы? вопросов нет. Так, еще напомню, что если у вас возникают какие-то вопросы по домашке, ну, там, может, вам условия непонятно, или, ну, я не знаю, что-то там не запускается, вы не понимаете, что, то лучше спросить либо в чате нашем групповом, либо семинарском, либо спросить вот прямо здесь на семинаре, и, ну, если у нас в конце остается время, и получить ответ. То есть лучше, лучше спросить сразу, чем мучиться неделю с чем-то, что у вас не получается, и, возможно, ответ вам сэкономит много-много времени. Итак, вопросы. Вопросов нет раз. Вопросов нет два. Вопросов нет три. Тогда на сегодня все. Всем большое спасибо, что подключились. Всем хорошего вечера и всем пока. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания.